Видите, как это? Давай, Егорыч, расскажите, пожалуйста, про экологическую обстановку на месте. Вот в данный момент видим, что экологическая обстановка на месте очень, ну, как сказать, удручающая. Плохо, в плохом состоянии находится. Везде мусор был. Ранее говорили, что здесь была свалка. Вот мы вывезли отсюда 300 мешков мусора и 5 кузовов машины. И в данный момент вы можете посмотреть, что вот вместе с нами лежат мешки мусора, которые сейчас подъедет машина и все вывезет. Сколько сотрудников в медцентрах было сегодня? Сегодня с медцентра вышло 61 человек. И собрали сколько мешков? 300. Как настроение? Отличное. Отличное настроение? Молодцы. Прекрасно. Как коммунистический субботник, да? Да, вспомнил. Я же кто-то назвал. Да. Значит, мы республиканская больница номер один, национальный центр медицины. Вызов кузов передаем республиканской больнице номер два, центру экстренной медицинской помощи. Вызов кузов. Дай дуба.